Мордовии арестован за покушение на убийство жены. Ночью 16 марта супруги поссорились. Женщина, опасаясь за свою жизнь, выбежала из дома и закрылась от нетрезвого мужа в постройке во дворе. Подозреваемый из охотничьего ружья 10 раз выстрелил в стену здания, однако потерпевшая успела спрятаться под диван. Когда супруг вернулся домой, она позвонила свекру, тот пришел и остановил своего сына. Женщина убежала к своей матери и оттуда позвонила в полицию. Незамедлительно на место происшествия выехала следственная оперативная группа межмуниципального отдела. Мужчина 1977 года рождения был задержан сотрудниками полиции по месту жительства. Рядом с ним правоохранители обнаружили зарегистрированное нарезное охотничье ружье и патроны. В отношении мужчины, подозреваемого в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом, в отношении супруги, Краснослободским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. Фигурант дела в настоящее время по решению суда заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. 19 марта в Саранске погибла молодая девушка. Днем она выпала из окна дома номер 72, корпус 2 по улице Волгоградская. После падения она приземлилась на козырек. Тело, по словам очевидцев, находилось там некоторое время. Сейчас Следственное управление Следственного комитета России по Мордовии проводит доследственную проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Житель Ордатовского района предстанет перед судом за хранение наркотиков. В прошлом году 40-летний безработный мужчина нашел поле с дикорастущей коноплей. Он сорвал растения и высушил. Дома подозреваемый хранил марихуану в упаковке из-под чипсов и стаканчики для анализов, которые спрятал в спортивную сумку. Вещество было обнаружено сотрудниками органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством марихуана общей массой 102 грамма. Мужчине вменяется часть 2, статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается. Бывший начальник коммерческого отдела ООО «М-кабель» осужден за подкуп. Стражи порядка поймали его на взятке в размере 5 600 000 рублей. Эти деньги с 2015 по 2019 год 47-летний мужчина получал за лоббирование интересов 7 коммерческих организаций. Их представители переводили откаты осужденному частями на банковские карты. Преступная деятельность обвиняемого пресечена в феврале 2021 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Мордовия. Обвиняемому вынесен приговор по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп». Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сотрудники Республиканского управления ФСБ поймали сотрудницу Почты России на мошенничестве. Подозреваемая подделывала документы по утрате почтовых отправлений, а затем присваивала средства, предназначенные для компенсации ущерба клиентам. Ущерб Почте России составил более 1 000 000 рублей. Следственным отделом УФСБ в отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество совершено в особо крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, установление дополнительных эпизодов и возможных соучастников противоправной деятельности подозреваемой. Стражи порядка раскрыли кражу велосипеда в Инсаре. 4 марта 35-летний местный житель пошел устраиваться на работу на одно из городских предприятий. На его территории находился гараж, где стоял велосипед одного из сотрудников. Подозреваемый воспользовался моментом и угнал двухколесный транспорт. По пути домой мужчина встретил полицейских и сразу привлек их внимание. В ходе беседы мужчина сознался в преступлении. Выяснилось также, что он ранее судим за кражу. По данному факту следователем межмуниципального отдела полиции Ковылкинский возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищено и изъято.
19 марта сотрудники Росгвардии задержали мужчину, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в Саранске. В ходе ссоры местный житель 1986 года рождения начал угрожать знакомому и выстрелил по его автомобилю. Никто из граждан не пострадал. Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали сотрудникам полиции. Оружие изъято, сумма ущерба устанавливается. Саранские полицейские разыскивают подозреваемых в краже сумки с документами из машины, припаркованной у дома номер 33/2 по улице Коммунистической. Это произошло 12 марта в 20:38. Обоим разыскиваемым на вид 25-30 лет. Первый плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров, был одет. Шапка черного цвета, шарф черного цвета, темно-синяя куртка, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, перчатки черного цвета. Второй, худощавого телосложения, рост 175-180 сантиметров, был одет, шапка черного цвета, куртка черного цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета, перчатки черного цвета. Всех, кому известно что-либо о личностях подозреваемых или их местонахождении, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам 8, код города 834-2-29-90-38, 29-90-39, 29-90-02, 8-827-274-05-04 или 102.